Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру под названием NEC. Ребята, NEC Шпион, глава называется NEC Шпион, потому что я стал шпионом, ребята, он может вот так делать. Сначала обычный NEC, здоровый, а потом просто невидимый NEC. Но как пройти? Да как, просто проходим и все. Лазеры отключены? Погнали. А если я шпионом заделаюсь? Меня увидели. Не пойдет так. Соберусь в обычного НЕКа. И пошли. Тихо, увернуться. Не увернулся, попал он по мне. Ладно, иди сюда. Четко налетел я на него. А вот здесь уже нужен другой НЕК, получается, который шпион. Мы научились классному действию. Просто раз и все, и проходим. Ну, делов. Ну, в принципе, ничего сложного. Рычаг нажимаем, и все. Идите. Я собрал свои реликты и иду дальше. Надо мне аптечку. Жизни, ребята, маловато. Особенно с этими сейчас бороться. Вот этот мне не нравится, вот честное слово, вообще. Он своей вот защитой меня бьет очень сильно. А, вот и аптечка. Но наполовину всего лишь. Это маловато, маловато. Я туда залезу только маленьким. Так, пошли. NEC Шпион идет вперед и находит сундук. Аллилуйя, что это? Деталь детектора тайников. Это, кстати, уже третья часть от коллекции. Нормально, собираем. Побежали. Здесь пока не собираемся. Здесь идем опять этим НЕКом. Так, меня заметили. А что делать? Подожди, не пойдет так, а как... А как дальше быть? А чё, по новой все? Так, ладно, надо сообразить, что дальше делать-то. Получается, если я пройду туда, они меня все равно заметят. Они меня все равно увидят. Как быть? Ладно, будем соображать дальше. Отвали. Отвали-ка, чувачок. Завалился червячок. Слушай, я знаю примерно, что можно сделать, но... Просто пробежать мимо них там, наверное, да, и все. Давай. Сейчас соберемся. Я придумал. Надо пробежать, вернуться обратно и стать обычным НЕКом, чтобы с ними разобраться. Вот и все, делов-то, ребята. Есть, этому всадили. Где ты? Отвали. Ну ладно, вот я научился с этими уже бороться. Уже мне они не помеха. Надо просто отпрыгивать, а потом налетать по новой. Погнали дальше за сундуком опять. А, сундук все собран. Ладно, идем сюда. Сейчас мы их подманим. Стой, док, здесь. Все, тихо, обратно. Обратно, быстрей. Ну, идите сюда, вы чё? Я здесь, я тут, а. Подходите. Оп. А, вот я могу здесь прям собраться. Уворачиваемся. Ну, как так? Уворачивайся. Есть, прыгаем. Я-то думал, надо вернуться к своим реликтам, а оказывается нет. Просто здесь разобрался, собрался и все. Пошли. NEC шпион. Собрался. Нажал. Заходите, ребята, не бойтесь. А вот сейчас надо разобраться вот с этими ребзиками. Ой, я прям на ракеты нарвался. Ну все, держи, чувак. Дальше NEC шпион пошел. И куда? И куда бежит NEC-шпион, а он просто раз и все в обычного НЕКа.
Но надо нам им открыть. А чтобы открыть, надо какой-то рычаг дернуть. Это хорошо, жизни это хорошо. Прямо они на редкость здесь. Вообще на редкость. Они очень нужны. Очень нужны, потому что смотри, какой обстрел идет просто. Конкретный обстрел идет меня. Да на, получи. Хорош, ты чё такой? На. И тебе тоже. Все получается нормально. Давай идем дальше. Так, во, хорошо собрался, подрос чуть-чуть. Так, дальше, дальше. С этими надо разобраться, срочно. А, не-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 не, потерял половину реликтов. На. Эй, шарик, иди сюда. И с роботом разберу сейчас. Бам, все. Янтарь обязательно взять. Вот он, рычаг. Наконец-то. Сейчас Дока освободим. Где там? Ну, Нек. Как ощущение? Как будто все во сне. Так странно. Моя сущность не хочет расставаться с этим надолго. Понятно. Шпион Нек это не для него. Он как бы любит собой быть нормальным. Погнали быстрее дальше. Ой, соберись, соберись. Супер удар. А я в кого развалился? А, я развалился в этого, в невидимого, да? Ну ладно, здесь мы можем так пройти. Ребята, подтягивайтесь за мной. Где вы там все? Док, бегом за мной. Так, ну сюда я залезу. Давай залезем, что посмотрим здесь. Ой, хорошо. Хорошо. Это вообще четко, прям классно. А жизни-то как мало у этого шпиона. Да? Не для битвы точно. Ой, отходи! На! Так, подожди. А здесь как? А, надо было маленьким надо было пройти, а потом там восстановиться. Все, я понял. Опять эти, что ли, а? Бам! А кристаллы я собрал? Нет, вот если сейчас пойду. Янтарь. Ну-ка сейчас проверим. Нет, все здесь еще. Нормально, янтаря насобираем зато. Давай ныряй туда. Там дофига янтаря. Все. И обратно быстрей. Я предлагаю просто... А, нет, подожди, не предлагаю. Сначала с этим надо решить. Бамс. Потом маленьким бежим. Проходим все лазеры. Пробегаем сюда. Жизни мало, но ничего. Зато мы здесь уже. Где он там? Ну-ка, подходи, ребят. Ай-яй-яй, подожди. Нет. Вот так сейчас... И второго. Отходи, отпрыгивай. Все четко, нормально. Все, со всеми разобрались. Пойдем дальше. Бам, супер удар сразу. Вот и все. Вот и все. Что делать? Так много охраны. Интересно, что там задумал Виктор? Давай проверим, что он там задумал. Так, ну я могу только мелким пробежать. Наверное, сюда залезть. А дальше? Так, чтобы разбить, надо этим
Нет, нельзя так. Нельзя так. А как? Давай пробовать. Но они на меня сразу все активируются. Ну-ка, куда я могу еще? Что я могу вообще сделать здесь? Ну-ка, если я еще раз... Ага, сразу меня лупит. Не пойдет. А как тогда? Ну-ка, давай соображать. Что я могу еще... А-а-а! Видал что? Так я драться могу. А я-то думал, я просто шпион, который драться не умеет. Ну все, делов-то тогда, пошли дальше. Ну все, здесь больше делать нечего. Да зачем я упал туда? Мне надо просто дальше бежать и все. Давай еще раз шпионом. Потому что лазеры эти где-то в другом месте выключаются. Подожди, а может вот это разбить надо? Мне вон туда потом, наверное, придется потом вернуться. Но это не сейчас, это надо наверх туда. А как я залез-то в тот раз? Я теперь и залезть-то не могу. А, вот так. Но у шпиона мало жизни, поэтому так вот получается. Блин, нафиг я свалился туда обратно-то? Тихо. Да не туда, куда ты прыгаешь-то? Запрыгнем нормально к нему. В тот раз же получилось так. Ну чё же я так? Ладно, бывает, ничего страшного. Давай еще раз проходим. На! Он меня опять развалил, да что ты? Давай, прыгай к ним. Ай! Ну, давай, во, подпрыгивай, просто надо подпрыгнуть хорошенечко, есть. И этому всадить. На! Ну и на последнем издыхании он меня убивает просто. Давай, 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 давай. Да запрыгивай, что ты делаешь-то? Ну чуть-чуть там. Да, и прям на ракету нарвался. На. Тихо, тихо, тихо. Да блин. Они меня очень быстро убивают. Так, ладно, а чё я маленьким-то там бьюсь? Мне залезть, наверное, надо преобразоваться просто. Ну-ка. Есть, быстрей. Вот и все, раскидал. Вот теперь пошли, нам больше не надо туда возвращаться. Я тупанул в тот раз просто. Нам надо идти дальше. Ну-ка, подъезжайте сюда. Да хорош, а. Все, развалился, побежали дальше. Вот и все, вот делов-то. Надо рычаг нажать вот здесь. Так, а здесь... А, ну здесь надо добежать, главное, до туда. Я сейчас добегу до тебя, слышь? На! Вот и все. Получи. Еще один остался. Бам! Все отлично. Все хорошо получается. Так, давай рычаг можем нажать. И дверь откроется. Подождите меня-то, куда вы побежали? Без меня не уходить. Сейчас я реликтов наберу. Он использует гигантские реликты в каком-то двигателе. Это двигатель для аэрокара. Крупнее в 1000 раз. И он может поднять механизм в 2 мили длиной. Посмотрим, что здесь еще интересного.
Ну давай спустимся, да заберем. Че, вопрос что ли? Подожди, куда идти-то теперь? Док, ну-ка расскажи лучше, куда идти. А вот робот какой-то стоит. О, нифига ты какой. Ну ты быстро падаешь зато. Ладно, идем дальше. Готовы все. Двоих разнес. Ну, идем. Ах ты, три стрелка. Ничего себе. Всех разворотил. Отлично, янтаря набрали. Идем дальше. Вон секретка. Ну, это как бы не секретка уже. Вон просто ломаем. Давай наверх. Куда? Поехали. О, нифига с нами, какой робот будет биться сейчас. И что мне делать? Осторожно, Нек. А, он на меня едет. Ну это ладно. Делов-то я ему все втащил сразу. А что рвануло? Ящик что ли рванул? Ладно, идем дальше. Кто следующий? Ну, идите сюда. Ах ты! Блин, больно вы чё, ребят? А как мне с вами тут бороться-то? Понял, понял, главное отпрыгивать. Есть, всех, всех раскидал. Ну и побежали, жизни только мало, жизни надо побольше. Опа, опа, осторожно. Через лазеры надо пройти. Ну побежали так. Побежали маленьким. Нет, не побежали маленьким. Опять с большим роботом бьюсь. Ну не такой уж он и большой, конечно. Падает он быстрее, чем он. Чем он себя ведет. Так. Вот эти меня задолбали. Мне бы янтаря побольше, и я бы им сейчас супер удар сделал. А чё? А, он стоит, подожди. Нормально тогда. Давай следующий, их двое осталось. Вот, больно, больно было. Ну, давай. Добивай. Так, где мы там стопорнулись-то? Давай еще проверим. А, вот с этими я. Не, я так пройду. Ай, не прошел так. Не прошел. Пробуем. А, вон. Это из-за ящиков я жизни много потерял. Они взрываются просто. Ладно, на этот раз я иду с целым ХП. И все нормально будет. Есть, этому втащил. Ну, давай, 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 давай. Нек, давай. Все получится. Ах ты дерзкий какой, а. Мало мне жизни оставил. Ты посмотри на него. Как-то я вот там через лазеры просто не перепрыгнул. А так-то, в принципе, я могу здесь пройти нормально все. Если... Нет, нифига, здесь мне надо мелким бежать. Отходи. Еще раз, очередная попытка, ребята, пробуем. Тихо, тихо, тихо. Разошлись, пацаны, что-то. Главное на лазер не нарваться. Ну,
жизни-то есть, но вот неком я маленьким, как пробегу здесь? Видишь, что, они начинают стрелять. Ну, быстрее преобразуйся, есть. Все, ребят, теперь все, теперь тут делов-то осталось разобраться с вами, все. Вон и док подоспел уже, вот, нормально, а то мы все там, все что-то проходили долго. Ну-ка, залезай сюда. Собираем все. Обратно. Ломаем, крушим. О, здесь надо запрыгнуть опять. Опачки. Ну, подходите, ребята. Ой, он на меня летит. Осторожно. Ладно, буду с тобой аккуратно разбираться. Ты чё? Все, 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 все. Ой, их еще двое пришло. Этот хватальщик, робот-хватальщик. Помогите, как быть? Еще, еще, еще. Один остался. Ну давай, жужжи своей жужжалкой. На! Ой, еще, еще куча пришла их. Ну, надо по одному как-то их выцеплять. Да что такое, а? Он стреляет. Больно, больно, больно. Что же делать-то? Есть. Попадет же по мне сейчас, попадет. Очень сильно. Смотри, чуть-чуть энергии-то осталось. Ай! Есть. А с этим как? С этим как? Ты стрелок. Мне главное к тебе подойти только. Все. Ребята, я разобрался с ними, но у меня очень мало. Прям одна маленькая полосочка осталась жизней. Не знаю, если сохранялка сработает, нет, то все хорошо. А, вот жизни как раз. Прикинь, чуть-чуть прям оставалось. Мне повезло, вообще сильно очень повезло. Это вселяет надежду. Пара зацепок всегда найдется. По-моему, вы просто хотите заполучить гигантские реликты для своих целей. Ты прав, Лукус, так и есть. Давненько я так не веселился. И я буду признателен, если ты поможешь разобраться, откуда они взялись. Так. Это напоминает план шахты. Да, и подробный. Он отметил все места, где были найдены гигантские реликты. И чем глубже, тем больше, пока путь ему не преградила эта дверь. Хо-хо-хо-хо! Вообрази его разочарование. Он нашел достаточно реликтов для двигателя, но на этом все. Доктор? Да, Нак? Кажется, я ключ. Да, так сказал Вектор. Нет. Думаю, я и есть ключ. Вот отверстие в двери. Каждое имеет форму одной из моих частей. Вот грудь. Вот голова. Виктор думает, что я открою дверь. Тогда остается лишь один вопрос. Где? Это шахта. Это шахта Трогдо. А? Вон там, смотрите. Старый замок Виктора на вершине холма. Великолепно! Отправляемся в путь. Куда? Посмотрели, и куда в путь-то отправляемся? Куда идти? А, вот выход, ребята. Ну, делов-то сейчас я вот пройду здесь и все. Так. Есть, этому тащил. Следующий. Куда, 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 куда? Пошел ты, не туда полетел. Ну, я уже здоровый, кстати, да? Так что все нормально. Вон, пацаны бегут. Преобразуемся и раз, два. Раз, два, вот и все. О, я проломил там что-то. Ну-ка, зайдем, посмотрим. Пылесос. Пылесос. Так. Давай суперудар, ребята, от троих сразу вынесли. Потому что нам надо
Здесь пройти быстренько все дело это. Идем дальше. Ну-ка, может, где-то секретка есть? А, что там? Я так пробегаю все, даже не смотрю. Янтаря наберем. А вот и выход. Мы настигли самолет доктора и сбили, но он был пуст. Им управляли дистанционно. Будьте начеку. Полагаю, они все еще на территории. Да, мы никуда не уходим. Чего вы добиваетесь, Виктор? Весь этот хаос ради гигантского самолета? Значит, вы видели двигатель. Впечатляет. И все же это лишь игрушка. Несмотря на всю мощь, кучка гигантских реликтов бесполезна. Но скоро у меня будет их неограниченный запас, и многое станет возможным. Что? Захват мира? Я вас умоляю, какая проза. Но, доктор, вы-то почему здесь? Неужели вы тоже ощутили их зов? Вы должны быть в гоблинском поселении с Райдером выяснять, откуда у них взялось все это оружие. Но вместо этого вы вламываетесь в чужие дома. Напоминаете мне прежнего доктора. До того, как Шарлотта вас приручила. Не смейте говорить мне о Шарлотте! Хватит! Виктор, пакуй чемоданы. Ты отправляешься в очень долгий отпуск. Так, ты что делаешь? Мадам! Спасибо, Катрина. Нифига себе она меня выкинула. Погоня, ребята. А поиграем уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, кто не подписан. И колокольчик не забудьте нажать. Всем счастливо и всем пока.